Давайте пустячка оденет сегодня красненькие бикини показываем. Они так шпротину накладывают на хлебчик, а все хорошо. Тогда достаю следующего цвета, говорю, черненькая едет. Потом решила, что все-таки салатовая. А потом, да, салатовая, все-таки эти пирянчики салатовые, Артем. А ты сегодня в чем, мальчик? Вчера была черная. Леопардовая черная. Саш, ну можно камеру выключить? Все, давай. Не да. Камера не интересна. Короче, был у нас, знаешь, подожди. Ну, Ань, ну посиди в первом ряду. Я просто боюсь твоего реакции. Ну подожди, я расскажу историю. Так, ты уши закрой, ты тоже. Только волонтером остаться. Значит, была у нас такая волонтера Алексеева. Я ничего плохого не понимаю. И был у нас такой волонтер Костя Баранов. И Костя Баранов работал в организации, которая называлась Черкасская молодежная общественная организация «Форпост». Значит, сокращенно ЧМО «Форпост». И его командировали на молодежный фестиваль «Тавали» с двумя сумками презервативов. Поскольку ЧМО «Форпост» распространяло бесплатно презервативы для того, чтобы предотвратить нежелательные последствия любви между подростками. И вот, значит, Костя Баранов привез с собой несколько мешков презерватива. И у нас была в оргкомитете год, такая год, годочка такая, ну супер, да, Ксюша Майдукова. Помните, да, у нее пирсинг был везде, черненькая была и жесткая такая, она форс-мажоре, да. Все боялись ее, как она разговаривала с волонтерами, это страшно было. Кожа там, все. И они ходили, раздавали эти презервативы бесплатно, вот так вот, как, знаете, лента с патронами. Ну, на каждом перекрестке давали всем, значит. Потом какой-то мужик приходил, говорил, они маленькие. Значит, и вот... Лучше сядь, пожалуйста. Ну, там не совсем такая. Ну, я знаю вот так эту историю, как мне Лена рассказывала. Анечка забила сменную стрелку, говорит, я тебе подарок еще подарю. Ну хорошо. И говорит, Путятина, я ее ждала. Говорит, в середине метро, говорит, на сквозняке, говорит, люди ходят. Один, говорит, два, три, четыре часа. Она мне сказала четыре часа. Я тебе рассказала, как она рассказывала. О, говорит, приходит Анечка, видит меня с другой стороны станции. Алексеева, я тебе смазку принесла. Отличная смазка. Алексеева, Анечка, не ори. Анечка говорит, хорошо, возьми презервативы, говорит. Понимаешь, я не пользуюсь. У меня муж, говорит, мы без этого с ним контактным сексом занимаемся. А тогда возьми смазку. Вот такая, говорит, и достает банку смазки. Алексей в шоке, по-моему, в метро заскакивает, а там люди набитые. Бежит, значит, Алексей, Анечка за ней с этой банкой. Алексей, отличная смазка. И пытается переключать движущийся поезд, значит. Ну надо было на чем-то тренироваться, чтобы потом добили до того лица. Через вагон этот немец. Я потом написала, Путятина, говорю, ну блин, я 4 часа ждала, чтобы она потом за мной со смазкой по метро бегала. Такая история была.